Приветствуем вас, дорогие друзья. Ну, вы уже познакомились с нашей новой, с нашим новым интерьером, с новой передачей под тем же названием, которая теперь уже не состоит во встрече милых собеседников, моих юношей и девушки, а настроена на ловлю самых замечательных людей, которые в земле Рязанской появляются. И вот сегодня рад с вами поделиться находкой. Ну, трофеем не очень, наверное, приличное слово, но, несомненно, замечательным и очень интересным для меня, думаю, для вас собеседником, режиссером, педагогом, преподавателем, лауреатом многочисленных премий и наград в области кинематографа, в области искусства, Вадимом Юсуповичем Абдрашитовым, вот, который здесь, в Рязани, в связи с выставкой живописи его супруги Нателлы Георгиевны, на которой мы тоже надеемся с вами быть. Приветствуем вас сердечно. Добрый день. Вадим Юсупович Абдрашитов. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Родился 19 января 1945 года в Харькове. Окончил режиссерский факультет в ГИКа. Вадим Абдрашитов – режиссер фильмов «Парад планет», «Охота на лис», «Слуга», «Магнитные бури» и других значимых для советского и российского кинематографа лент. Его фильмы пронзительно и ярко рассказывают о людях и их судьбах. Режиссер старается показать жизнь современного человека с ее нравственными, серьезными проблемами. В картинах Абдрашитова на поверхность подняты глубинные проблемы жизни граждан. Смело поставлены вопросы, волнующие каждого, но часто скрываемые глубоко внутри. Вадим Абдрашитов, профессор в ГИКа, руководитель творческой мастерской. Действительный член Российской академии кино. Член правления гильдии кинорежиссеров России. Член жюри премии «Триумф». В семейной жизни режиссер также состоялся. Прекрасный муж и заботливый отец. Жена художница Нателла Таидзе, представительница знаменитой творческой династии. Сын Олег проявил себя как профессионал в области информационных технологий и работает в Америке. Дочь Нина пошла по стопам матери и работает театральным художником. Само имя ваше уже никого не оставляет равнодушным, поскольку тема кинематографа нашего российского ни для кого не безразлично. Почему я, как священник, очень заинтересован в том, чтобы мы с вами познакомились, пообщались, потому что я знаю силу кинематографа. Сейчас батюшки все стараются что-то сказать внятное, остроумное, современное, чтобы дойти до сердец соотечественников. Но знаем, что это гораздо легче удается тем, кто умеет снимать кино, еще легче тем, кто умеет веселые песни на сцене петь. Как-то они доходят вокруг них. Собираются массы. Еще да. Большая популярность тех, кто умеет ругаться друг с другом на иностранном. На телевидении. Да. Вот, это супер популярность. Ну, да. В общем, дорогой Вадим Юсупович, будем очень признательны, если какие-то наши вопросы, а может, и ваши вопросы послужат к знакомству наших телезрителей и радиослушателей. У нас разные формы потом выхода в народ. Да. Конечно, вы принадлежите к... Что меня удивляет? Можно я сразу первый вопрос скажу? Не да, столько конечно, там конечно. С детства и юность, сколько почему при таком серьезном, качественном, выдающемся кинематографическом языке и успехе относительном, да и международном успехе, ваши последние фильмы датируются началом 2000-х годов. Кажется, самое время теперь, имея и статус, и возможности, не заботиться только о продвижении молодых кинематографистов, как да. я знаю, вам приходится. Да, но да. самому-то выходить на высокую, еще более, быть может, арену. Да. Это правда. Прошло уже много лет с того года, когда был сдан в прокат последняя моя картина, последний мой фильм «Магнитная буря». И я приступил к пробиванию, так это называется, потому что очень точно, одного проекта, относительно дорогого по российским меркам, относительно дорогого. Но я как-то то ли переоценил свои силы, то ли недооценил ситуацию на рынке денежном.
Там требовались, повторяю, большие деньги. Мне казалось, что я наберу там хотя бы частями где-то. И вот на это ушло около 5 лет. Я 5 лет занимался сбором, так сказать, этих самых денег. Законы таковы в области кинематографии в России, что государство таких денег не может. Вообще государство дает на производство картину деньги в пересчете на доллары. 1 миллион долларов всего. Все остальные деньги человек должен, режиссер должен найти сам. Надо найти спонсоров или просто меценатов каких-то, или, значит, с народа, что называется, собрать через интернет. И, ну, у меня такой был бюджет, что это немыслимо было просто с народа, что называется, собирать. Это другая профессия вообще, кажется, менеджер? Безусловно, это другая, совершенно верно, другая профессия, это все другое. Вообще оказалось, что в этом смысле совершенно другая жизнь. Большие бюджеты картин могут себе позволить режиссеры, которые либо работают, ну, на госзаказе, либо, значит, входят в ту группу людей, которым, в общем, позволено все практически, скажем так. Вот, и у меня ушло много времени на это, пока не стало ясно, что это может остаться просто неизбыточным проектом, в каком-то смысле, к сожалению, пока что на сегодняшний день, потому что проект меня интригует, творчески, он чрезвычайно интересен, он абсолютно кинематографичен. Он остается актуальным для вас? Да? Ну, остается, да, потому что я пытаюсь сделать какие-то, что называется, движения. Однако это может продолжаться бесконечно долго, и параллельно я работаю над, но тоже на это нужны деньги, над проектом, так сказать, финансово более скромным. Вот так получилось, как-то вот изменилась ситуация на рынке всех этих самых денежек для кино практически синхронно с окончанием работы над «Магнитными бурями». Ну, вообще, ваша линия в кинематографе советском и российском потом, она ведь, мне-то кажется, сейчас очень востребована. Она всегда, когда читаешь о вас критику, кинокритику, это всегда нравственные вопросы, причем очень остро завязанные на каких-то личностях ярких, но очень современных. Это ведь то, о чем сейчас говорят. Дайте нам современные разгадки. Ну, говорят, но дело в том, что ведь уже на самом деле основной зритель, который есть в кинематографе, это молодежь, ясно, что это молодежь, это не нужно быть социологом, чтобы в это поверить. Уже выросло не одно поколение, оторванное от традиции отечественного кинематографа, этого советского, постсоветского. Зритель воспитан практически только на западном кинематографе, в первую очередь на американском кинематографе, и появление какого-либо фильма, так сказать, устроенного по-другому, с задачами несколько иными, вызывает как минимум удивление. А тем более у прокатчиков, от таких фильмов прокатчики стараются просто отказаться. Кинематограф превратился в развлекаловку, и в этом смысле это не только в России, это практически по всему миру. Ну да, мой зритель умер, сказал Феллини, зайдя в один из кинотеатров. Совершенно верно, да-да-да. Демонстрации его фильма при полупустом. Зритель изменился для того, чтобы поддержать такое традиционное для отечественной кинематографии, ну, так сказать, серьезное, так скажем, направление. Нужно иметь огромную армию зрителей, которые бы оправдали затраты на такое кино. А этих зрителей нет. Они не только потеряны, у меня ощущение, что они специально так воспитаны. Достаточно посмотреть на то, что показывают федеральные каналы, чтобы понять и увидеть, куда и в какую сторону, так сказать, развивается зритель, а на самом деле оболванивает. Дело воспитания. Я-то вижу сейчас перемены в Министерстве образования, только начавшиеся в позапрошлом году, очень позитивными, где вообще другие ценности в системе образования утверждаются, воспитательные цели. И для этого как раз мировая киноклассика – уникальное средство. Разумеется, конечно, и мировая киноклассика, отечественная киноклассика, там есть что посмотреть. Я вам скажу так, вот я занимаюсь со студентами в ВГИКе, веду режиссерскую мастерскую. Приходят люди, фактически дети, которые не знают вообще советского кино. И так, когда они начинают смотреть фильмы
по программе «История советского постсоветского кино», они потрясены, да. Они удивлены, что, оказывается, такие фильмы снимались. Снимались вот такие фильмы такого качества. Что касается вот реформ образования, то я не знаю, отец Лукавый, не знаю. Самое-самое начало, но только сменился министр. Самое начало, да. Но, это еще не команда, но это посмотрим. Еще не стратегия. Я боюсь, как бы Министерством образования не слишком, хотелось бы, чтобы не слишком буквально был понят тезис нашего президента, который сказал, что патриотизм важнее знаний. Патриотизм важнее знаний. И, значит, если под лозунгом воспитания нравственности, патриотизма и прочее, об этих знаниях будет просто забыто с помощью того же Министерства образования, мне кажется, ничего полезного для общества, для детей, для общества ничего не получится. Ну, это определение, насколько я понимаю, просто наиболее универсальное о патриотизме. Потому что, к сожалению, как далек человек, современный человек от высокого кинематографа, так еще более далек от духовной культуры, от нашей традиции православной, в котором, мне это кажется, очень мощные источники жизненных сил и развития. Безусловно. Отечества. Но это лишь сейчас гомеопатически может прибавляться, вноситься в какую-то систему воспитания, которая действительно целиком обезглавлена и обессмысленна. И, конечно, безусловно, проблема тут очень остро чувствуется. Но, тем не менее, вы все-таки имеете дело с молодежью, вы ведете большую преподавательскую деятельность. Все-таки действительно печально ваше впечатление, или какие-то все-таки вы оптимист в этом смысле? Ну, я, наверное, в итоге, наверное, я оптимист, потому что все-таки продолжаю заниматься этим делом. Летом, вот сейчас решается вопрос, это мы решаем с педагогами, набирать новую мастерскую или нет, это вопрос непростой, потому что поступающий контингент, это, в общем, хотелось бы несколько иное. Дело в том, что люди, приходящие на режиссуру, на драматургию, чрезвычайно молоды, потому что по нынешним законам, что касается второго, вы прекрасно знаете, второго высшего образования, которое должно быть, говорит государство, обязательно платным, получается так, что идеальным абитуриентом является вчерашний школьник. И замечательно, пусть приходит молодой человек, учится и прочее, но согласитесь, что на этих смыслообразующих, концептообразующих специальностях должны быть люди с минимальным жизненным опытом. Что такое минимальный жизненный опыт? Ведь минимальный жизненный опыт подразумевает и хотя бы минимальный духовный опыт жизни, безусловно. Мальчик или девочка в 17-18 лет. Минимальный в смысле именно не при максимальный или наибольший? Ну, я говорю, хотя бы минимальный хотя жизненный опыт. Хотя бы минимальный опыт жизни. Но получается так, что человек там к 22-25 годам, который как-то, ну что называется, хотя бы хотел быть грамотным, уже закончил высшее образование. И поступать ему сейчас на режиссуру или на драматургию, это значит платить деньги. А к этому времени этот молодой человек, ну уже не совсем молодой человек по сравнению со школьниками вчерашними, бывает и женат, бывает замужем девочка, бывают и дети, и выделить такие деньги на образование – чрезвычайно сложно. А бюджетные какие-то места вам выделяют? Выделяют. Да. Вот мы набираем там мастерскую, обычно такое положение. 10 человек бюджетных, 10 человек коммерческих. Так вот, эти бюджетные места, они практически всегда заняты вот этими самыми вчерашними выпускниками. Да, да. И с ними надо минимум более половины времени обучения общую культуру. Безусловно, в том-то все и дело, безусловно. Общую культуру. Вот я вам так скажу, приходят молодые, это к вопросу о том, что происходит в школах. В школах вообще. Я не знаю, что на эту тему думают вот в этом самом упомянутом Министерстве образования, но ведь положение дел чрезвычайно серьезное. Можно демонстрировать отдельных замечательных вундеркиндов, которые, к счастью, всегда есть. Так сказать, показательная картинка, она существует. То в Сочи, вот в этом Сириусе, или я не знаю, как это, не помню, называется. Mm-hmm. То ли в отдельных специализированных школах в Москве. Есть гениальная школа, замечательная. У нас сын заканчивал одну из таких, вторая математическая школа в Москве знаменитая, mm-hmm. вы слышали, наверное.
Вот. Есть такие школы, безусловно, есть, но это скорее исключением, чем правило, имея в виду масштабы всей России, масштабы и количество молодых людей, которые выходят оттуда. И я не хочу сказать, что они не знают ничего, но что касается общекультурной подготовки, они действительно практически не знают ничего. Что я под этим подразумеваю? В первую очередь знания, хотя бы просто знания русской литературы. В России, как вы наверняка согласитесь, в России так получилось, что вся проблема духовного воспитания во многом была переложена на плечи, или сама литература взяла на себя, русская литература. Поэтому литературу необходимо знать, понимать, чувствовать, и для этого, собственно, во многом и предназначена средняя школа. Но представьте себе, поступают абитуриенты, они не помнят сюжета о Печорине, они путают воскресенье с Анной Карениной и так далее, и так далее. И вот когда мы начинаем, мы все-таки набираем там лучших из лучших, так сказать, лучших из худших, лучших из самых слабеньких. Мы огромное количество времени, наверное, курса 3 это продолжается, не больше, тратим на покрытие лакун их образования. Да. То есть мы возвращаем опять их к курсу русской литературы, школьной, мы заставляем перечитывать «Герой нашего времени», разбираем эту вещь, чтобы было понятно, в чем новаторство Лермонтова. Начинаем разбирать подробно ту же самую Анну Каренину и так далее. Мы занимаемся тем, уходит процентов 40, мы так прикидывали с коллегами. 40% уходит вот на все это. Потом мы заставляем ходить их на те спектакли, которые надо смотреть, читать толстые журналы и так далее. Вот чем мы заняты во многом. То есть мы делаем часть работы за счет школы. И это серьезная проблема, на самом деле. Владимир Иванович, а когда у вас произошел перелом с вашего технического образования к ВГИКу, к встрече с такими великими режиссерами, с которыми вас промысел Божий свел, это был какой-то этап уже такой внутренней зрелости, когда уже... Вы знаете, у меня так вот получилось, меня все об этом спрашивают, как вот произошел перелом? У меня не было никакого перелома. Я как-то так тихо, спокойно, уверенно созревал в том, что так или иначе буду заниматься кинематографом, да причем в качестве режиссера. Но дело в том, что когда мне было 16 лет, то есть самый такой мальчишеский, подростковый, увлекающийся, я бы сказал, чем-то, а то и подчас всем на свете возраст, был запущен Юрий Гагарин. И тогда у нашего поколения, вот совсем молодого, просто, что называется, говоря современным языком, как бы языком, поехала крыша. Началась вот эта физика, математика, космос, ракеты, вот эти все вещи. И я, естественно, подпал под это влияние и в 16 лет сдал экстерном за среднюю школу и поехал, значит, в Долгопрудное, в знаменитый Московский физико-технический институт. Вот так получилось. Но потом... Постепенно как-то созрел, и я понял, что это, почувствовал, что это не мое. И перевелся в другой институт, где была мощная любительская киностудия. По тем временам невозможно было заниматься любительским кино в частном порядке, потому что очень дорогое, вы понимаете, удовольствие. Вы помните наверняка все эти проявки, обратимые пленки и прочее. А в Менделеевском институте, в химическом, там была мощная киностудия. И вот я из-за нее перевелся туда, закончил. Потом по тем законам я должен был, как все люди, которые хотят поступать в другой институт, закончив первый, нужно было отработать 3 года. Угу. И я 3 года отработал на заводе и поступал на заводе, дослужившись до начальника цеха. Я это говорю к тому, что вот такого рода люди с такой подготовкой тогда, в те времена, и поступали, особенно к Михайловичу Рому. Такой суп из многих ингредиентов варился. Для чего, как я понимаю? Вот для такого взаимообмена вот этим самым жизненным опытом. У нас из 20 человек было только 2 выпускника этого года,
из школ. Два выпускника, остальные были, в общем, взрослые люди. Я поступал, мне было 25 лет, я думал, что буду самым старым дядькой, значит, в этой мастерской. А я оказался средним по возрасту. Были люди старше меня. И очень разнообразно, разно. Вот. И нам не нужно было объяснять насчет Печорина. Мы очень мощно, в ГИК предполагал по тем временам очень такую мощную подготовку для поступления. Для поступления. И были какие-то организованные государством все-таки способы уже возрастания, реализации? Все-таки дипломная ваша работа, она оказалась не на полке. И дальше да, да. Фильмы уже были, вскоре имелась возможность. Это была система, просто более сориентированная, да, на реализацию. Система, вот, да, была система, которая страшно называлась системой, но тем не менее, благодаря этой системе ни один выпускник куда-то не мог потеряться. Это все было на учете и в Союзе кинематографистов творческом, и в отделе кадров института. И знали, что вот тот, кто-то защитился на тройку, конечно, ему постановки пока не видать. Но где он? Ага, он работает в Свердловске ассистентом на студии. Пусть поработает. То есть отслеживали всех, знали про всех. И было даже, я не в восторге от советской власти и от системы, но вот, например, было даже постановление отдельное там ЦК КПСС о работе с творческой молодежью, то есть отдельное, то есть система понимала, что, так сказать, какая-то работа должна вестись. Под это дело было запущено много дебютов в кинематографе, много молодых художников получили мастерские и прочее. Я не в восторге, повторяю, от всего этого, однако, как бы это сказать, необходимость и заботы, и внимание государства как такового к молодой поросли творческих работников была не просто там выражена где-то на бумагах и в каком-то тексте, а реальной, была реальной. Что у вас особенно из теплых воспоминаний о ваших фильмах, тех, первых уже работах? Феллини говорит, он не смотрит уже фильм, который он уже родил, долго и мучительно с ним возился, да. После этого, когда он вышел в прокат, он его уже не смотрит, как закончившийся, оторванный уже от души, да. Сюжет. Вот, но вот в отличие от «Маэстро», в отличие от «Маэстро», я живу несколько в другое время, просто засилие телевидения как такового. Мы на самом деле под таким давлением телевидения, что на самом деле его даже трудно осознать, трудно стать. Мы как бы хотим включать, хотим выключать, но на самом деле все это гораздо серьезнее. И вот иногда вдруг я узнаю из программы, что будет показана моя картина, если нет особых какой-то занятости, если есть возможность, я иногда смотрю в контексте всего того, что происходит. Да, да. Между ток-шоу с рекламой, вот это. Мне интересно, вот как это что, какой-то динозавр вылезет на телевизионный экран? Вот мне просто интересно. И иногда, не скрою от вас, без ложной скромности скажу, иногда я вдруг удивляюсь не то что современности, а вот, пожалуй, чему. Иногда с печалью, что называется, удивляюсь, что очень многие коллизии многих картин, просто жизнь до сих пор не закрыта. Вот, казалось бы, у меня есть такая картина, такого публицистического, такого минималистского, так сказать, устройства, «Остановился поезд». Нашумевшее в свое время и привлекавшее внимание очень такое серьезное. Казалось бы, что там это все советская железная дорога, советскими законами и прочее. Вот я смотрю сейчас, там вижу, естественно, какие-то шероховатости, думаю, ах, вот это можно было сделать по-другому, естественно, как каждый человек, который что-то сделал собственными руками, а потом отсматривает. Угу. Вот. Я смотрю и думаю, Что, собственно, изменило в жизни такого, что эту бы картину можно было, что называется, записать в архив. Или картина «Время танцора» о войне там на Кавказе. Жизнь, к сожалению, подпитывает чем-то таким, что
некоторые картины остаются, остаются в каком-то смысле. Видимо, когда вот угол зрения самый универсальный, когда человек, его душа, это всегда же является константой не само ее устроение, а интерес к ней, это проблемы, которые в ней может всегда быть, решаются. Может быть, если это так, я был бы этому рад, потому что в каком-то смысле вы абсолютно точно говорите, в картинах, в общем, тех, что мы делали с моим товарищем, драматургом Александром Мендадзе, мы же не занимались, так сказать, там, ломкой или там, обличением существовавшей системы. Мне кажется, что вопросы были поставлены несколько шире вообще о человеке как индивидууме в каком-то социуме, ну, например, в советском, скажем так. И вопрос в том, насколько человек может, насколько человек полнокровно существует без некой идеи жизни, без веры, без какого-то структурирующего начала. Советская цензура была гениальна. Они отслеживали, цензоры отслеживали два момента. Это готовый сценарий, они читали там. И второй момент, как ни странно, утверждение актеров. Зачем? Ведь в сценарии уже все утверждены реплики, даже ремарки, так сказать, учены. Зачем? А вот затем, потому что с этим актером вы там сделаете про то, мы знаем, он в такое внесет, а вот с тем давайте утверждайте того. Есть, может быть, вы даже слышали, что иногда утвержденного актера, той же самой цензуры в итоге, меняли по ходу съемок. Вот, например, у Александра Меты, выдающегося нашего режиссера, есть такая картина «Гори, гори, моя звезда», вы наверняка ее видели, с Табаковым Олегом в главной роли. Так вот, пол картины было снято в главной роли, в которой играл Ролан Быков. И цензура отсмотрела, поняла, что она ошиблась. Нет, 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 это про другое. Это совсем про другое. Не надо. Картина была остановлена, добавлена по такому случаю деньги, и картина вся переснялась, была переснята с Олегом Табаком. Почему? Потому что с этим актером про это получается, а с тем совершенно подчас возможно про другое. Представьте себе, вплоть до наоборот. Интересно. Да, это значение личности подчеркивает. Безусловно, безусловно. Поэтому вот этот момент утверждения актера, он ну, просто принципиальный. Вот ты утвердил актера и должен знать, что все это произошло. Вот ты уже определился с картиной. Дорогой Вадим Юсупович, не успели мы с вами с увлечением выслушать ваши первые ответы. Уже приходится закругляться из-за того, что мы тут в провинции немножко больше вольготно себя чувствуем со временем телевизионным, но и оно конечно, поэтому очень надеемся, да, что будем иметь возможность учитывать теперь складывающиеся новые отношения с Рязанью, что да, конечно, продолжить наш конечно разговор. Хотя, конечно, в этом счастливая миссия режиссера, даже тогда, когда он прощается с телезрителями или с какой-то аудиторией после встречи, еще иметь возможность высказаться и в своих, конечно, естественно, в своих трудах, картин. Дай Бог вам все-таки разрешить эти сложности. Я немало их помню, читал и в мировом кинематографе. Вообще, мне кажется, режиссеры и великие во всех странах поставлены далеко не всегда в удобную ситуацию. Именно тогда, когда жизнь человеческого духа на сцене, как у Станиславского, была целью и интересом, так и режиссура, в которой нету границ времени, она не идет в попсе, она не становится каким-то предметом этих больших финансирований, но как-то надо просить Господа, чтобы управил он эти пути, вот чтобы вам еще удалось много реализовать из того, что является вашим замыслом. Да, спасибо, будем надеяться и не сидеть сложа руки, а что-то делать, какие-то вещи предпринимать. Помоги, Господь. Ждем следующих встреч. Да. Всего доброго. До свидания. Друзья. Всего хорошего.